Понятно. За что задержим? За хранение наркотических веществ и употребление. Еще что ты делал с наркотиками? Раскладывал. Зачем? Раскладывал, чтобы потом их продавали. Кто их продавал? Человек, который сидит в интернете с ником Bosch. А девочки, которые задержаны были с тобой несовершеннолетние, они что делали? Мы гуляли вместе. Все? Они пытались помочь мне. Помочь в чем? Провести время не одному и записывать в телефон. Записывать что? Адреса. Адреса чего? Адреса, где лежат закладки со спайсом. Давно этим занимаешься? Месяц. Месяц? Сколько получал денег за это? 20% от каждой закладки. Сколько успел заработать в общей сложности? 1020. Деньги где обналичивал? Различными способами, через карты друзей. Там что делали? Ходили, надо было положить. Куда положили? Возле дома. Ну где возле дома? В подъездах. В одном подъезде и на улице. Сколько всего сделали? 3 раза. Потом содержали вас? Ну ты понимаешь, чем вы занимались вот в эти дни? Чем? Можно сказать, продавали наркотики. Нелегально. Ну а разве легально наркотики можно продавать у нас? Так, ну и ты узнала, да, ты видела вообще сама, как он раскладывает, раздает, продает кому-то? Видела вот недавно, когда он нас о помощи попросил. А как он вас попросил о помощи? Ну, он написал и сказал, что вот так-то, так-то, вот надо помочь ему там разносить. А что сказал разносить? Как? Спайс? Да. Ну, как-то он по-другому написал. Угу. Вот. Потом мы с ним встретились. А ты вообще понимала, ну, тебе 15 лет, ты вообще понимала, что это наркотики? Да. Понимала? Да.